Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами вместе просканируем автомобиль Subaru Forester второго поколения. Объем двигателя 2,5 литра, турбина 230 лошадиных сил. Смотрите, продемонстрирую вам сейчас, что здесь есть ошибки. Включаем зажигание, заводим автомобиль. Видите, есть ошибки. Это-то понятно, это ручник. Вверху температура дифференциала. Здесь эту ошибку мы сбросить не сможем, потому что это горит лампочка из-за того, что некогда меняли масло в заднем дифференциале, сломали датчик. И поэтому, пока его еще не поменяли, не привезли новый, поэтому пока эта лампочка будет гореть. Видите, вот моргает круиз, горит у нас лампочка стабилизации, что она отключена, и check engine. Что мы теперь сделаем? Мы сейчас подключаем наш замечательный мультимарочный сканер. Вот он. Подключаем к OBD2 порту. В Subaru Forester он расположен под рулевой колонкой. Глушим автомобиль и попробую сейчас вам его показать, где он расположен. Сейчас установим порт, подключим, все, сканер подключен. Сканер у нас подключен, включаем зажигание. Зажигание мы включили. Теперь на компьютере ноутбук у нас. Вот мы нашли это устройство. Ну, включаем Bluetooth, через Bluetooth находим устройство. Это, я думаю, любой выполнит, поэтому даже показывать не стал. Просто проверил, что он находится. Вот он у нас есть, это устройство. Что мы делаем дальше? Запускаем нашу программу. Вот она. Написал нам «подождите». Ну вот видите, винт считывает. Все отлично работает. А парняга говорил, что двухплатный мультисканер ничего не считывает. Как видите, все это ерунда. Все он прекрасно считывает. Нажимаем ОК. Выбираем все системы и нажимаем проверить. Видите, что он может просканировать. Давайте все просканируем. Play. Зажигание включено. Окей. Посмотрим. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас нету кодов неисправности. Нет, не ту стрелочку нажал. Тормозная система. Что-то у нас есть. Система антиблокировки тормозов. Есть, короче, две ошибки. Еще одна ошибка.
Дальше смотрим. Коробка передач. Нет неисправностей. Подушка безопасности. Неисправностей тоже нет. Вот. Поиск системы завершен в норме. Удалить. Удаляем. Ну все. Сделано все. Можно прекращать работу и пробовать заводить автомобиль. Выключаем зажигание. Извлекаем наш сканер. Пробуем завести. Ошибки есть. Продолжаем работу. Я завел автомобиль и считал все данные. По выхлопу была ошибка. Написал мне, что клапан в обратной подаче воздуха завис в открытом положении. Я удалил эту ошибку и сейчас пробуем заводить автомобиль. Как видите, все ошибки исчезли. Вот так хорошо работает мультимарочный сканер. А вот эту ошибочку мы уберем, когда поменяем датчик. Она не стирается, она зависит именно от датчика. Если он... Датчик, в общем, работает на вкл и выкл. Ошибка это высвечивается, когда датчик сломан, либо перегрет задний дифференциал. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кроме того, вы можете заказать данные мультимарочные сканеры, перейдя по ссылке под видео. Спасибо, до свидания.